Всем привет! Думаю, у многих из вас есть старые белые кроссовки, и вам жалко их выкидывать, потому что они сохранились достаточно неплохо, но верх пошарпан. В моем случае мне попали в руки вот такие вот беленькие Стэн Смиты, они нигде не порвались, просто затерлись и немного замялись. Выглядит это не очень приятно, и носить их, конечно же, уже не хочется, но мы можем попробовать с вами технологию кастомизации, как Aqua Print. Я бы очень хотел, чтобы делалось это все очень просто, потому что я буду делать это первый раз, это очень популярно. Популярная вещь на Западе, многие кастомайзеры ей пользуются и набирают бешеное количество просмотров. Поэтому давайте, если мы соберем здесь, ну, 1000-1500 больших пальцев, то я сразу же окрашу свои ультрабусты 4.0, которые лежат идеально белые, с ними получится еще интереснее, потому что здесь уже пошарпанная кожа, ну а там, конечно же, у нас Prime Knit. В общем, больше это видео будет посвящено тому, возможно ли восстановить вот так вот за какие-то копейки. Баллончики стоят 180 рублей за штуку, я взял 2, контейнер стоит 160 рублей за штуку, да и все. Нам понадобится только вода и перчатки, чтобы не испачкать наши руки. Теперь погнали, попробуем все это воплотить. Также у нас есть малярная клейкая лента, и на всякий случай, если она будет плохо клеиться, я взял еще изоленту. И главное, не забудьте про воду. Это было очень долго, но я справился. Из своего теперь опыта могу сказать то, что вот этой вот малярной лентой не очень-то и удобно клеить. Легче все прям детально проклеивать изолентой. Цена у них примерно одинаковая, так что лучше берите изоленту, так вы более детально сможете все проклеить и будет гораздо лучше, когда вы окунете их в краску. Теперь у меня есть два баллончика с краской. Я взял примерно одинаковые цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. Это желтый и оранжевый цвет. Плюс у нас немного пожелтевшая подошва. Я думаю, она как раз таки будет хорошо сочетаться именно вот с этим вот. Теперь, конечно же, нам остается налить воды в наш контейнер, уже распылить краску и, конечно же, опустить наш кроссовок. Погнали! Ты что, ебанулся? Как вы могли увидеть, сейчас кроссовки сырые, ну и, конечно же, краски надо подсохнуть какое-то время. Пока вы можете посмотреть, что же получилось, и будет гораздо интереснее, когда я сниму всю изоленту и весь малярный скотч. Пострадали не только кроссовки, теперь у меня немного покрашена куртка, покрашен этот прозрачный бокс, который, не знаю, надо сразу же чем-то отмывать. В общем-то, если вы хотите делать такой кастом, то позаботьтесь вообще обо всем. На улице слишком холодно, подготавливайте пару кроссовок дома. Но вот за такое то, что я померз и часик постоял, все поклеил, я думаю, можно поставить лайк. Теперь я жду, когда все это дело подсохнет, отрываю и показываю конечный результат вам. И не забывайте, 1000-1500 лайков, и я сразу же крашу свои ультрабусты. Но это результат уже спустя сутки. Без малярной ленты они выглядят гораздо интереснее. Конечно же, свою оценку пишите в комментариях. И давайте собирать на этой рубрике кучу лайков. У меня есть ультрабусты белые и полностью белые изи-бусты. Из них тоже можно сделать что-то годное. Ну и пишите цвета, которые использовать для следующего кастома. This money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Ну а это было все, и мне кажется, прежде чем выкинуть свои белые поношенные кроссовки, лучше попробовать сделать что-то такое. Они приобретают совсем другой вид, и, возможно, у вас получится это гораздо лучше. Как вы можете заметить, на моем канале уже очень много неудачных попыток кастома, но лично это мне нравится. У меня тем более сейчас идет пленка с Алиэкспресса, которая также сделана для аквапринта. Но там надо какие-то еще заморочки, типа баллончики, которые помогают с этим всем переносом. Но, в общем, если вам понравился формат, накидывайте кучу лайков, и мы его будем продолжать. Опять же повторюсь, изи-бусты ждут этого формата также.
Поэтому спускайся в комментариях, пиши цвета, которые ты бы хотел увидеть на следующей паре. Ну и не забывай подписываться на канал, на мой инстаграм, потому что там я тизерил все это в своих историях. Ну а это было все. Всем спасибо за просмотр, всем удачных попыток такой кастомизации. Всем пока. This money got me acting up. Niggas be mad as fuck, 'cause they know I gotta